В Махачкале местные жители и сотрудники полиции пресекли попытку похищения ребенка. Неподалеку от магазина на проспекте Имама Шамиля шли два мальчика 6 и 9 лет. Проходившая мимо женщина взяла младшего на руки и пошла дальше. Старший брат обратился к очевидцу и попросил помочь вернуть брата. Как выяснилось позже, уже в отделе полиции, куда доставили жительницу селения Кака Ахтынского района, женщина имеет психическое заболевание, недавно находилась на лечении. Вероятно, по этой причине она решила, что это ее ребенок. Полицейские вызвали в отдел специалистов из психоневрологического диспансера. Женщину забрали, она помещена на длительное лечение.